Всем привет! На своем канале я вам давно рассказываю про различные китайские телефоны и другие гаджеты. И уверен, вы не один раз слышали про такую марку смартфонов, как Qubot. Это недорогие, но достойные смартфоны с хорошими характеристиками и приятной ценой. И если вам покажется, что я голословный, то нет. У меня Qubot, у отца, у мамы и у нескольких друзей смартфоны марки Qubot в использовании уже не один год. У отца Qubot вообще 18 года, S550, и работает он без проблем. Вообще, к чему это я? Недавно Qubot официально представила свою новую разработку, серию мини-смартфонов с ретро-дизайном Qubot Pocket. В эпоху вездесущих лопат и одинаковых смартфонов каждая выделяющаяся модель привлекает внимание. К ним непременно относятся iPhone SE, iPhone Mini, а также новинка от компании Pocket. Как следует из названия, она будет иметь карманные размеры и довольно необычный внешний вид. Маленькие смартфоны не очень популярны, по крайней мере глобально. Но, например, в Японии iPhone Mini – это настоящий бестселлер, а во многих других странах его продажи были провальными. Тем не менее, по всему миру есть покупатели, которые хотели бы приобрести компактное устройство при условии, что его цена будет доступна. Предстоящий Qubot Pocket может оправдать их ожидания. Название этой модели появилось не на пустом месте. По словам производителя, Pocket – это маленький телефон с 4-дюймовым экраном. Он разработан для комфорта, удобно помещается в одной руке и может быть практически незаметным в вашем кармане. Qubot докладывает, что это будет не одна модель, а целая серия компактных устройств. Что касается характеристик, то производитель обещает следующие параметры. 4-дюймовый экран с разрешением 1570 на 720 пикселей. Применена панель формата QHD+. Во фронтальной части установлена камера на основе 5-мегапиксельной матрицы, а на тыльной на базе 16-мегапиксельной. Процессор Unisoc Tiger T310. Он содержит 4 вычислительных ядра с тактовой частотой до 2 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ. И в оснащение входит флеш-накопитель вместимостью 64 ГБ. Его можно дополнить картой microSD. Есть адаптеры беспроводной связи, Wi-Fi и Bluetooth 5.0, контроллер NFC и порт USB Type-C для зарядки. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью в 3000 мАч. Установлена операционная система Android 11. Поддерживается также применение 2 нано-сим-карт. Китайцы показали дизайн смарта. Будет сразу 5 версий с разным убранством корпуса. Qubot Pocket будет ориентирован как на мужскую, так и на женскую часть аудитории. Нельзя не заметить, что дизайн Qubot Pocket чуть-чуть напоминает люксовые смартфоны типа Vertu. Случайно это или совпадение, остается только догадываться. Хотя стоит признать, что Pocket выглядит круто и прикольно. В данный момент цена $200, но мне кажется, что цена упадет в момент запуска продажи, которая запустится 27 числа. Так что если параметры гаджета вам по душе, переходите по ссылке в описании и ставьте себе его в корзину, чтобы не забыть. А если вам кажется, что вы счастливчик и могли бы выиграть этот смарт совсем бесплатно, то испытайте свою удачу, пожалуйста, поучаствуйте в конкурсе с розыгрышем этих смартфонов. Ссылка на розыгрыш также есть в описании. Условия, как всегда, стандартные. Это подписка и лайки, все такое. И заодно, кстати, не забудьте подписаться на мой канал, если вам интересны всякие разные товары с Китая. Всем спасибо за просмотр, будьте мне все здоровы и под мирным небом. Всем пока!